От удара произошла утечка газа. Баллон находился под кузовом «Газели». Чтобы избежать взрыва, пожарные залили его пеной. За рулем внедорожника с латвийскими номерами находился студент. Он не пострадал. А вот водителя отечественного грузовика увезли на скорой. По словам автоинспекторов, он же и стал виновником аварии. Я ехал на джипе Volvo по главной дороге на зеленый свет по улице Соколовой. «Газель» стоял вот здесь на перекрестке и под запрещающий знак поворота повернул на улицу Ракову.